Здравствуйте. Мы сегодня продолжим рассматривать свойства голоморфных функций и начнем с пункта 3.5 про взаимоотношения голоморфности и радиуса сходимости. Голоморфность и радиус сходимости соответствующего степенного ряда. Пусть функция f от z голоморфна в круге радиуса r с центром в точке z нулевое, но не является голоморфной ни в каком круге большего радиуса с центром этой точки. Но не является голоморфной в круге большего радиуса. Давайте рассмотрим ряд. Ну, то есть мы знаем, что голоморфная функция аналитическая, соответственно, она представима в виде суммы степенного ряда. Рассмотрим соответствующий степенной ряд. Мы знаем, что это разложение сходится при всех z, таких, что модуль z минус z нулевое меньше r, то есть где функция голоморфна, там же она будет аналитической, при всех таких z будет сходиться ряд. Так вот, с другой стороны, мы знаем, что с понятием степенного ряда связано понятие радиуса сходимости, да? То есть мы помним, что радиус сходимости – это такое значение r большое, мы его обозначали, что при всех модуль z минус z нулевое меньше r большого ряд сходится, а при всех модуль z минус z нулевое больших r ряд расходится. Так вот, как связано тогда r большое, радиус сходимости этого степенного ряда, с вот этим вот r маленьким, да, с максимальным кругом, радиусом максимального круга, в котором функция голоморфна. Так вот, оказывается, что они друг другу равны. Вот это сейчас мы хотим доказать. Итак, покажем, ну просто под вопросиком, покажем, что радиус сходимости ряда равен вот этому числу r маленькому. Значит, я напомню, что r большое – это, в общем-то, стандартное обозначение для радиуса сходимости. Ну, если хотите, я могу подписать, что это радиус сходимости ряда. Значит, я напомню, что радиус сходимости ряда, его определение основывается на теореме Абеля, которая один в один доказывается для комплексной переменной без каких-либо изменений. И выводится формула, доказывается, что радиус сходимости – это есть 1 разделить на верхний предел. На верхний предел вот такого вот корня катой степени из модуля c катого. Ну, понятно, что при k, стремящемся к бесконечности. Формула Каши-Адамара для радиуса сходимости. Мне кажется, что мы это с вами обсуждали, когда у нас была в первом модуле тема «Степенные ряды». Может быть, не очень подробно, но во всяком случае конспективно мы этого точно касались. Я говорил, что для комплексных чисел, в поле комплексных чисел, все эти результаты тоже работают. Итак, давайте покажем, что радиус сходимости в самом деле будет равен r маленькому. Мы видим, что по неравенству Каши, значит, если мы введем обозначение m большое с индексом epsilon, это точная верхняя грань. Ну, в силу непрерывности функции, на самом деле, я могу вместо суп писать просто макс. Ну, ладно уж, я буду писать суп. Значит, точная верхняя грань модуля f от z, когда z находится на окружности радиуса epsilon, то есть когда модуль z минус z нулевое равно epsilon. Если мы ведем такое обозначение, то по неравенству Каши мы имеем, что модуль c катого будет меньше либо равен m с индексом epsilon разделить на epsilon в степени k для любого epsilon меньшего r маленького. Да, это следует из того, что функция голоморфна в круге. Да, помните, из того, что функция голоморфна в круге, вытекает вот такое неравенство Каши. Давайте извлечем корень катой степени из модуля c катого, и тогда у нас получится, что давайте предел сразу напишем, что верхний предел корня катой степени из модуля c катого
не превосходит, меньше либо равен единице на эпсилон. Ну, потому что верхний предел корня катой степени, просто корень катой степени из фиксированного числа будет стремиться к единице, да, корень катой степени из эпсилон степени k, это очевидно эпсилон, вот поэтому у нас получается вот такая вот оценка сверху для верхнего предела. Эта оценка сверху, очевидно, дает нам оценку снизу для радиуса сходимости. Значит, отсюда следует, что радиус сходимости больше либо равен эпсилон. Причем это неравенство выполняется для любого эпсилон меньшего r, да? Для любого эпсилон меньшего r. Следовательно, мы можем утверждать, что радиус сходимости больше либо равен r маленького. Теперь давайте покажем, что он не может быть строго больше r маленького. В самом деле, если у нас окажется, что радиус сходимости строго больше r маленького, то тогда окажется, что ряд сходится в некоторой точке, в точках z, таких, что модуль z минус z нулевое больше, чем r, а это противоречит голоморфности функции. Тогда окажется, что наша функция голоморфна в круге большего радиуса, раз она представима в этом круге своим степенным рядом. Да, мы помним, что аналитическая функция голоморфна. Да, то если наша функция аналитична в круге большего радиуса, то, соответственно, она будет и голоморфной в круге большего радиуса. Вот, поэтому отсюда автоматически следует, что это невозможно, да, это невозможно, поскольку по условию наша функция не будет голоморфной в круге большего радиуса. Вот, а это значит, из невозможности вытекает требуемое равенство. Да? Получается, что радиус сходимости ряда как раз и равен вот этому вот числу r маленькому, то есть наибольшему радиусу наибольшего круга с центром в точке z нулевое, в котором функция голоморфна. Давайте приведем пример к этой теореме. Пример, который мы с вами уже рассматривали на самом деле в первом модуле, пример с тангенсом. То есть в первом модуле мы с вами искали, по-моему, на последнем занятии, ну, в общем, где-то близко к концу, мы искали разложение тангенса. Не то чтобы мы его искали, я вам показал, как написать разложение для тангенса в степенной ряд Маклорена, да, то есть с центром в нуле. Так вот, тогда я анонсировал просто, что радиус сходимости этого ряда будет равен π на 2, но у нас не было средств, у нас не было инструмента, да, чтобы это обосновать. Так вот, сейчас мы этот инструмент получили в руки. Вот разложение тангенса z в степенной ряд. Это сумма по k от нуля, ну, можно писать от единицы на самом деле, да, но не суть. Ну, давайте напишем от нуля, это не важно, да. От нуля до бесконечности ckt на z, собственно, просто на z, потому что в нуле, с центром в нуле, на z в степени k. Вот. Значит, мы интересуемся радиусом сходимости этого ряда. Значит, я еще раз повторю, что я тогда анонсировал, что радиус сходимости этого ряда равен π на 2. Значит, теперь как мы могли бы это обосновать? Ну, мы могли бы написать, что тангенс z – это ведь синус z разделить на косинус z. Обе функции голоморфны. Соответственно, их частная будет голоморфна всюду, где знаменатель отличен от нуля. Поэтому, чтобы ответить на вопрос о том, где голоморфен тангенс, в какой максимальной окрестности нуля будет голоморфен тангенс, мне нужно ответить на вопрос, а где там поблизости располагаются нули функции косинус z. Вот для этого, соответственно, мне нужно решить уравнение. Значит, давайте решим уравнение. Косинус z нужно приравнять к нулю. Понятно, что косинус z в общем случае мы определяем по формуле Эйлера через комплексную экспоненту, то есть это e в степени и z плюс e в степени минус и z пополам, да, но пополам можно выкинуть, значит, равно нулю. Соответственно, 2e в степени 2e в степени и z, 2e в степени и z. Сейчас, а что я пишу? Не то пишу, естественно. E в степени 2e z будет равно минус единице. И дальше мы логарифмируем, значит, применяем логарифм к обеим частям этого уравнения, получаем, что 2iz равно логарифм модуля, помните, да, логарифм z, это есть логарифм модуля z плюс i на аргумент z
ну, собственно, можно за главной буквы написать аргумент и на этом успокоиться, да? Плюс и умножить на полное значение аргумента z, на многозначную функцию. Значит, получается, что здесь логарифм модуля – это просто 0, да? Просто 0 плюс и умножить, а аргумент числа минус единицы – это π, да? Ну, и поскольку мне нужно написать полный аргумент, значит, я должен написать главное значение аргумента плюс 2πk. Значит, плюс 2πk, плюс 2π, ну, давайте 2πn, чтобы это n было отлично от того, который от индекса суммирования. Вот, соответственно, мы отсюда получаем, что z равно π пополам плюс πn. То есть всем нам известные нули косинуса, да, со школьной скамьи. Вот, то есть мы видим, что у косинуса нету иных нулей, кроме тех, которые располагаются на действительной оси, и которые мы с вами все прекрасно знаем. Соответственно, если говорить про окрестность нуля, то мы понимаем, что функция тангенс z будет голоморфна при модуль z меньше π на 2, и этот круг мы увеличить не можем, да, потому что в точке π на 2 она уже голоморфной не будет. Вот. И отсюда следует, что радиус сходимости ряда нашего, ряда для тангенса, я напомню, что этот ряд мы можем конструктивно получить с помощью треугольника Бернулли-Эйлера, значит, этот радиус сходимости будет равен π на 2. Вот. И еще давайте вдогонку к этому материалу, но это был просто пример, введем одно важное определение. Функция голоморфная на всей комплексной плоскости называется целой функцией. Целая функция, говорят. Функция голоморфная на всей комплексной плоскости. Ну, мы знаем, можем легко привести примеры целых функций. Это экспонента, синус, косинус. Это те функции, которые раскладываются в ряд с радиусом сходимости бесконечности. Ну, то есть мы понимаем, опираясь на теорему, только что доказанную, да, что если функция будет голоморфна во всей комплексной плоскости, то соответствующий степенной ряд сходиться тоже будет во всей комплексной плоскости. Соответственно, его радиус сходимости будет бесконечным. То есть функции голоморфные во всей комплексной плоскости, целые функции, это в точности те функции, которые раскладываются в степенной ряд с бесконечным радиусом сходимости. Ну, то есть у нас есть хорошо известные примеры, это экспонента, синус, косинус, ну, можно сюда добавить, разумеется, гиперболические функции, гиперболический синус, гиперболический косинус. Вот. Так, на этом с этой темой мы все закончили. Дальше мы рассмотрим важную, простую, но тем не менее очень важную теорему Леувиля. Пункт 3.6. Теорема Леувиля. Рассмотрим целую функцию, ограниченную, соответственно, тоже на всей плоскости. Иными словами, голоморфную и ограниченную на всей плоскости функцию. Голоморфная и ограниченная на всей плоскости C функция f от z. Ну и что бы вы думали, мы про нее сейчас будем утверждать. То есть если мы вспомним, скажем, действительный анализ, да, то мы прекрасно понимаем, что есть прекрасный пример там, синуса и косинуса тригонометрических, которые вот аналитичны, ну то есть как бы голоморфны, но понятие голоморфности для действительной функции не вводится, а аналитичность, да, пожалуйста, да, аналитичность, то есть возможность представления функции в виде степенного ряда. То есть вот мы понимаем, да, что синус, косинус, они аналитичны на всей прямой и ограничены, если мы рассматриваем их как функцию действительной переменной. И казалось бы, что здесь мы ничего особенного утверждать не можем, если у нас функция действительной переменной. А вот если функция комплексной переменной, то из этого следует совершенно замечательный результат. Голоморфная и ограниченная на всей комплексной функции f от z, функция f от z есть константа. То есть таким свойством на комплексной плоскости может обладать только постоянная функция, только константа. Доказательство тут сразу вытекает из неравенства Кауши. То есть поскольку наша функция ограничена на всей комплексной плоскости, то, соответственно, существует число m, которое есть супремум модуля f от z на всей комплексной плоскости на этот раз.
Ну, а если так, то мы можем написать неравенство Кауши. По неравенству Кауши, значит, ну, предполагая, опять же, да, что наша функция f от z раскладывается в степенной ряд, сумма по k от нуля до бесконечности, ck, t, ну, я могу взять с центром в нуле, да, поскольку она голоморфна на всей комплексной плоскости, неважно, где центр выбирать. Вот. Соответственно, по неравенству Кауши получается, что модуль ck будет меньше либо равен, чем m делить на эпсилон в степени k для любого эпсилон. Тут сейчас будет взрыв мозга и разрыв шаблонов, потому что я эпсилон буду устремлять к бесконечности. Смотрите, это же верно для любого эпсилон, поэтому давайте устремим эпсилон к бесконечности. Устремим эпсилон к бесконечности и получим, что все коэффициенты ck, начиная с k равно 1, должны быть равны нулю. Значит, c1 равно c2 равно и так далее. Все остальные ck равны нулю. Кроме c нулевого. Да? Понятно, что на c нулевое это неравенство, никакого ограничения, собственно, но кроме того, что c нулевое по модулю меньше или равно n не накладывает. То есть c нулевое может быть произвольным. Да? Вот у нас и получается, что f от z тогда просто равно c нулевому. То есть это просто константа. Вот такое замечательное следствие теоремы Леувиля выводится из неравенства Кауши. В свою очередь, теорема Леувиля позволяет доказать так называемую, ну, например, не только ее, но в том числе, так называемую основную теорему алгебры. О чем утверждает основная теорема алгебры? Что любой многочлен с комплексными коэффициентами, рассматриваемый на комплексной плоскости, имеет хотя бы один корень, имеет хотя бы один, хотя бы одну точку, в которой он обращается в ноль. Имеет хотя бы один нуль на комплексной плоскости. Ну, понятно, что с помощью теоремы Безум мы из этой теоремы сразу выводим, что любой многочлен n степени имеет ровно n корней с учетом их кратностей. Так вот, вот эта вот теорема, фундаментальная теорема, которая, в свою очередь, в свое время, когда алгебра, в общем-то, занималась, основной задачей алгебры было исследование многочленов, вот, она получила название «Основная теорема алгебры», и она выводится из теоремы Леувиля. Но в самом деле, если мы предположим, что многочлен n степени, ну, скажем, вот pn от z равный, ну, понятно, что я могу считать коэффициент при z в степени n единицей, не умаляя общности, да, равный z в степени n плюс там p коэффициент n минус p, p, давайте так, стандартно тут писать p первое. P первое на z в степени n минус 1 плюс и так далее, плюс p n минус первое на z плюс pn на z в нулевой. Да, вот многочлен с комплексными коэффициентами вот такой. Если мы предположим, будем доказывать основную теорему алгебры от противного, и предположим, что этот многочлен не имеет корней, то есть нету точек на комплексной плоскости, в которых он бы обращался в ноль, то тогда функция f от z равная 1 разделить на этот многочлен, будет голоморфно и ограничено на всей комплексной плоскости. Ну, детали этого рассуждения я предлагаю вам продумать или посмотреть самостоятельно, оно несложное, да, но вот, в общем-то, и все получается. Да? Если мы показываем, что в этом случае такая функция будет голоморфной и ограниченной, ну, ее голоморфность автоматически получается, да, потому что если мы предполагаем, что знаменатель в ноль не обращается, поскольку знаменатель голоморфная функция, то и дробь будет голоморфной функцией на всей комплексной плоскости. Вот. А что касается ограниченности, ну, тут нужны более тонкие рассуждения, да, чуть-чуть нужно подумать, почему же она оказывается ограниченная. Вот. Значит, тем не менее, она оказывается ограниченная на всей комплексной плоскости, и тогда по теореме Леувиля отсюда сразу следует, что это есть константа, да, то есть наш многочлен представляет собой константу, что является, естественно, противоречием. Вот. Вот и таким простым образом мы можем доказать основную теорему алгебры. Далее, следующий пункт, 3.6, сейчас нет, 3.6 у нас только что был, да, 3.6 была теорема Леувиля, значит 3.7. И еще одно замечательное свойство аналитических, ну и одновременно вместе с этим голоморфных, да, как вы понимаете, с точки зрения комплексного анализа, аналитичность и голоморфность – это одно и то же.
Итак, теорема единственности. Еще одно замечательное свойство аналитических функций. Давайте начнем с формулировки теоремы, докажем ее, а потом немножко обсудим, какие следствия эта теорема дает. Теорема. Значит, если функция f аналитична, ну, тут есть небольшая тонкость в терминологии, да, как я вам, наверное, уже говорил, голоморфность имеется в виду, что она дифференцируема, ну, непрерывно дифференцируема мы потребовали по переменной z, а аналитичность, что раскладывается в степенной ряд. Да? Но тем не менее мы доказали, что это одно и то же. Но тем не менее, когда в зависимости от того, на что опирается утверждение, да, понятно, что логично использовать тот или иной термин, который больше подходит по смыслу. Поэтому здесь, несмотря на то, что это одно и то же, я назову функцию аналитической. Если f, потому что именно возможность разложения в степенной ряд буду использовать. Если f аналитично в точке z нулевое, и z нулевое является предельной точкой последовательности нулей, функции f, ну то есть существует такая последовательность zn, что zn стремится к z нулевому, и f от zn равно нулю для любого номера n. Да? То есть z нулевое является предельной точкой множества нулей. Предельной точкой, ну да, пределом последовательности нулей функции f. То есть вот это то утверждение теоремы f от z тождественно равно нулю, а в некоторой окрестности точки z нулевое. Вот такая замечательная теорема. То есть не может быть, чтобы аналитическая функция, ну, равно голоморфная функция, обращалась в ноль на некоторой последовательности, но при этом была бы отлично от тождественного нуля. То есть, как мы понимаем, опять же, в действительном, в вещественном анализе эта ситуация не имеет места в таком виде. Да? То есть мы можем привести пример функции, которая будет обращаться в ноль на сходящейся последовательности, и при этом функция будет отлично от тождественного нуля. Да? Можете сами привести такой пример, подумать над этим примером. Вот, с другой стороны, в комплексном анализе, если такое имеет место, то функция тождественно равна нулю. Ну а насчет того примера, который вы приведете, из этого просто будет следовать, что функция не будет аналитической в соответствующей точке z нулевой, да, то есть не будет голоморфной в этой точке. То есть это будет ее особая точка. Про особые точки мы сегодня тоже обязательно поговорим чуть позже. Итак, доказательство теоремы. Доказательство теоремы. Итак, пусть... Значит, поскольку zn стремится к z нулевое и f от zn равно нулю, то поскольку функция f непрерывна, да, но будучи голоморфной, что значит голоморфная? Это значит, она дифференцируема и непрерывно дифференцируема, а аналитическая вообще мы с вами доказали, что она бесконечно дифференцируема, соответственно, голоморфная тоже бесконечно дифференцируема. Короче говоря, она заведомо непрерывна, да? Функция f заведомо является непрерывной функцией. Вот, поэтому f от z нулевое тоже должно быть равно нулю. Значит, так как f непрерывна, то f от z нулевого равно нулю. И тогда, раскладывая, ну, функция аналитическая, да, то есть раскладывается в степенной ряд с центром в точке z нулевое, и тогда мы понимаем, что в разложении функции f от z в степенной ряд
вот в этом разложении, да, в разложении функции степенной ряд центров точки Z нулевое, некоторое количество начальных коэффициентов ряда будут равны нулю. Значит, C нулевое заведомо равно нулю, правильно? Потому что F от Z нулевое должно быть равно нулю. Ну и может быть с ним еще несколько следующих тоже равны нулю, то есть это не исключается. Да? То есть C нулевое обязано быть равным нулю, а какие-то еще могут быть равны нулю. То есть, ну, предположим, что c нулевое равно c первому равно и так далее. Пусть n первых коэффициентов равны нулю. То есть наша функция f от z представима в окрестности точки z нулевое в виде z минус z нулевое в степени n умножить на cn плюс первое плюс cn плюс второе на z минус z нулевое плюс и так далее. Ну, где, понятно, я имею в виду, что cn плюс первое уже не равно нулю. Вот в такой вот ситуации говорят, что точка z нулевое является нулем функции f кратности n. Да? Точка z нулевое является нулем функции f кратности n. Дальше давайте посмотрим на ту функцию, которая осталась в скобках. Значит, давайте обозначим вот эту функцию буквой g. Это будет g от z. Ну, мы понимаем, что поскольку исходный ряд имел какой-то ненулевой радиус сходимости, то и соответствующий ряд для функции g имеет ненулевой радиус сходимости, поэтому корректно задает некоторую функцию. Да? Некоторую функцию, которая просто по построению будет аналитической, а соответственно и голоморфной. Вот некоторая голоморфная функция g. Значит, функция g, будучи голоморфной и аналитической, она заведомо является непрерывной. С другой стороны, мы видим, что g от z нулевого равно cn плюс первому отлично от нуля. Поэтому в силу непрерывности функции g существует такая окрестность точки, значит, существует такая окрестность точки z нулевое, такой круг радиуса эпсилон с центром в точке z нулевое, что g от z не равно нулю в этом круге, отлично от нуля в этом круге. Да? Модуль g от z больше нуля в этом круге. Следовательно, какой результат мы получили? Мы получили результат, что вот в этом круге ну, достаточно малого радиуса, да, достаточно малого, но какого-то определенного радиуса, нет других нулей функции f, кроме точки z нулевое. Нету других нулей функции f, кроме точки z нулевое. Да? То есть, иными словами, мы могли бы сформулировать полученный на настоящий момент результат таким образом. Нуль аналитической функции может быть только изолированным. Нуль аналитической функции, ну, отличный от тождественного нуля, может быть только изолированным. Теперь смотрите, как это соотносится с тем, что нам нужно было доказать. Ну, очень просто соотносится. Получается, что мы пришли к противоречию. Да, нету других нулей. А мы же знаем, что есть. У нас есть целая последовательность Zn, сходящаяся к Z нулевому. То есть есть другие нули. Где тогда? В чем дело? А дело в том, что такое n не существует, получается. Да? Получается, что такое n не существует. Да? Мы же вот здесь предположили, что найдется такой номер n, что все коэффициенты равны нулю вплоть до cn, а cn плюс 1 отличен от нуля. Но если это так, то z нулевое будет изолированным нулем функции f. А это не так, да, это противоречие. Соответственно, нету такого номера n, что до номера n коэффициенты равны нулю, а следующий отличен от нуля. То есть все коэффициенты функции f должны быть равны нулю. Значит, отсюда получается, что все ck должны быть равны нулю. Ну и, следовательно, наша функция f от z тождественно равна нулю в некоторой окрестности, да, в некоторой
в некоторой окрестности точки z нулевое. В некоторой окрестности точки z нулевое. А теперь, как мы можем отсюда, какие следствия мы можем отсюда извлечь? Ну, вот теорема называется теорема единственности. Да? То есть предполагается, что мы какие-то две функции сравниваем и говорим, что на самом деле они совпадают. То есть на самом деле это одна функция. Ну, понятно, что если мы вот здесь говорили про равенство функции нулю, то несложно перейти от этого к равенству двух функций между собой. Да, то есть мы можем тогда сформулировать теорему единственности следующим образом. Если две функции, аналитические в точке z нулевое, совпадают на последовательности, сходящейся к точке z нулевое, то они совпадают тождественно в некоторой окрестности этой точки. Да, ну, то есть точно такая же формулировка, только вместо равенства нулю у нас равенство двух функций друг к другу. Смотрите, еще раз. Если две функции аналитические в некоторой точке совпадают на последовательности, сходящейся к этой точке, то они совпадают тождественно в окрестности этой точки. Это теорема единственности для аналитических функций. Какое важное следствие мы можем отсюда извлечь? Ну вот мы с вами говорили, что у нас есть там функция e в степени z, например. Да? Функцию e в степени z мы можем определять ее разложением в ряд. E в степени z – это сумма по k от 0 до бесконечности, z в степени k делить на k факториал. Да? Целая функция разложения сходится на всей комплексной плоскости. Но мы этот ряд-то откуда взяли с вами? Мы этот ряд взяли из вещественного случая. Да? То есть у нас была функция e в степени x, для которой мы доказали, что она раскладывается в такой ряд. И мы как бы говорим следующие слова, что мы рассмотрим комплексную функцию, да, вот, ну, так можно нарисовать для наглядности. То есть вот у нас была функция, которая задана только на вещественной оси, на оси x, да, а мы ввели функцию, заданную, соответственно, ну, как бы в окрестности, ну, на самом деле, вообще говоря, речь про окрестность нуля, вы понимаете, да? Вообще говоря, речь про окрестность нуля, но в данном случае у нас функция разложение сходится на всей плоскости, радиус сходимости бесконечный, поэтому можно говорить про всю плоскость. Соответственно, смотрите, что получается. Возникает такой вопрос. А нет ли других функций? А нет ли другой функции, да, которая тоже претендовала бы на ту же самую роль экспоненты? То есть другой комплексной функции, да, ну, аналитически, разумеется, раз мы ее в ряд раскладываем, которая бы совпадала с e в степени x на вещественной прямой, но при этом была бы отлична от e в степени z где-то там на комплексной плоскости. А, так, действует только для f от z равно нулю, а устно вы говорите, что для любого значения f от z оно единственно. Сейчас. Я не совсем понял ваш вопрос. Но давайте я еще раз повторю, что я говорил. Мы ее записали и доказали для случая, когда действительно f равно нулю. Но понятно, что от этого случая мы можем перейти к случаю двух функций. Рассмотрим две функции f и g, удовлетворяющие следующим условиям. Они аналитичны в точке z равно нулю, и в точке z нулевое, и эта точка z нулевой является предельной точкой последовательности нулей. Как, последовательности, извините, последовательности таких точек z n-ных, в которых функция f равна функции g. То есть f от zn равно g от zn. Тогда отсюда следует, что функции f и g тождественно совпадают в некоторой окрестности рассматриваемой точки. Да, понимаете? Как доказывается это следствие? Очень просто. Мы рассматриваем разность f минус g. Да? Рассмотрим разность f минус g. Разность f минус g, как разность аналитических функций, будет аналитической функцией. И последовательность zn будет последовательностью нулей для разности f минус g. Соответственно, f минус g будет тождественно равно нулю в некоторой окрестности. Вот. Значит, возвращаясь к вопросу о возможном существовании других функций, претендующих на роль экспоненты,
Да? Мы можем просто сослаться на теорему единственности. Получается, что в силу теоремы единственности любые две такие аналитические функции должны будут совпасть на отрезке действительной оси, а это значит, что они совпадут тождественно. Понятно, да? Вот, то есть мы можем утверждать о единственности продолжения. Да? То есть мы, у нас есть некая функция на действительной прямой, а мы ее продолжаем как бы на комплексную плоскость. Так вот, из вот этой теоремы мы можем выводить единственность такого продолжения. То есть e в степени x единственным образом продолжается до функции e в степени z, до функции комплексной переменной. Там синус x, да, единственным образом продолжается через степенной ряд тоже до функции комплексной переменной z. Но, правда, мы синус x продолжаем по-другому, не через степенной ряд, а через формулу Эйлера. Вот. Но в итоге мы тоже можем ссылаться вот на эту теорему единственности. Хорошо. Значит, тогда на этом мы закончим со свойствами. Ну, мы, конечно, рассмотрели далеко не все, вы понимаете, да, у нас как бы такой курс, не полноценный курс комплексного анализа, а лишь как бы самые-самые основы комплексного анализа. Вот. Мы рассмотрели, скажем так, основные свойства голоморфных функций. Впрочем, дальше тоже будут свойства голоморфных функций, но мы их назовем по-другому. Значит, следующая тема будет называться «Однозначные особые точки и ряд Лорана». Четвертая тема – «Однозначные особые точки и ряд Лорана». Ну, про ряд Лорана мы с вами на лекции, вероятно, не успеем поговорить, но в семинарском листке эта тема есть, поэтому попросите ваших семинаристов, чтобы они вам рассказали отдельно. Впрочем, технически там все очень легко, в основном. Вот. А теоретически мы с вами это рассмотрим на следующей лекции. Итак, начнем наш разговор с особых точек. Пункт 4.1 – это однозначные особые точки. Точка z нулевое называется изолированной особой точкой однозначного характера если функции да называется изолированной особой точкой однозначного характера, куда-нибудь функцию вставить, функции f, если существует такое дельта, что функция f голоморфна в проколотой окрестности 0 меньше модуль z минус z нулевое меньше дельта, но не является голоморфной ни в каком круге вот таком, да? То есть не можем мы включить нолик. В нолике, если нолик включаем, да, в нолике голоморфности не будет. Функция f голоморфна вот в такой проколотой окрестности, в круге с выколотым нулем. То есть в самой точке z нулевой она не голоморфна, она может быть там даже не определена. Вот. И не является голоморфной, соответственно, да, ни в каком круге целиком. Ну, давайте рассмотрим сразу какие-то примеры, чтобы было понятно, в общем, о чем идет речь. Итак, примеры. Ну, функция 1 делить на z в степени n, где n – натуральное число, естественно, является голоморфной в любом голоморфно в любом круге, вот таком, в любом проколотом круге, да, в любой проколотой окрестности нуля, при любом дельта, да, при любом дельта, но не является голоморфной в нуле. Она в нуле равна бесконечности, да,
и не является голоморфной в этой точке. Ну, потому что в этой точке знаменатель обратится в ноль. У нас теряется непрерывность. Ну, пока больше ничего, да. Аналогично мы можем сделать вывод точно такой же, да? Точно такой же вывод мы можем сделать для функции, скажем, синус z делить на z. Да, мы понимаем, что эта функция тоже голоморфна во всех точках, кроме нуля. А в нуле она голоморфной не будет из-за того, что у нас там как бы деление на ноль, и непонятно, чего будет. Да? Она не определена как бы в этой точке. Ну, естественно, мы можем ее доопределить по непрерывности, так же точно, как мы поступали в вещественном анализе. Но об этом будет разговор чуть позже. Вот. Ну и аналогично я могу взять пример еще более плохой. Вот такая функция e в степени 1 делить на z. Она тоже получается голоморфна в проколотой окрестности нуля, но не будет голоморфна в самой точке z, потому что тут происходит черт знает что, когда z стремится к нулю, да, можно понять. Ну, даже на примере, на известном, да, нам уже примере, когда z – это вещественное число, мы понимаем, что если мы даже приближаемся к нулю по вещественной оси, и то там возможны два варианта. Да? Там e в степени плюс бесконечность, e в степени 0 получается. Да? То есть либо единица, когда мы… Сейчас, e в степени… к нулю, либо плюс бесконечность, либо минус бесконечность, то есть либо к нулю мы приближаемся, либо к бесконечности, да, в зависимости от того, подходим ли мы по вещественной оси со стороны положительных чисел или со стороны отрицательных чисел подходим к нулю. Вот. А в случае, когда мы можем двигаться не только по вещественной оси, а, скажем так, по любому направлению на комплексной плоскости можем к нулю подходить, эта функция будет обладать еще более жуткими качествами. То есть понятно, что в точке 0 там будет что-то невероятное твориться. Но помимо вот этих все же относительно хороших ситуаций, которые подходят под это определение, мы можем привести пару примеров, которые, казалось бы, в общем, наверное, ничем, казалось бы, неплохие, но с другой стороны, в общем, давайте сейчас их приведем. Давайте рассмотрим вот такую функцию, казалось бы, ничем не выдающуюся, корень n степени из z. Значит, где n, естественно, я предполагаю натуральное число, начиная с двойки. N – это натуральное число, большее либо равное 2. Мы знаем, что эта функция неоднозначная. Да? Корень n степени – это неоднозначная, это n-значная функция, многозначная функция. Но, тем не менее, конечно, в каждой конкретной ситуации мы должны говорить про какую-то конкретную одну ветку, непрерывную ветку, да, этой многозначной функции. То есть каждый раз, когда мы рисуем символ там, какого-нибудь корня квадратного, кубического и прочего, мы имеем в виду какую-нибудь одну ветку этой многозначной функции. Ну, либо там в тексте должно быть сказано, что имеется в виду. Например, когда мы говорим про вещественный случай, когда мы говорим про обычный квадратный корень из вещественного числа x, то мы имеем в виду так называемый арифметический квадратный корень, да? То есть то значение квадратного корня, которое не отрицательно. Ну и так далее. Да? Значит, что же будет для вот такой функции, если мы рассмотрим ее в окрестности нуля? Ну, в общем, ничего хорошего не будет. Несмотря на то, что мы с вами привыкли на вещественном анализе, что эта функция непрерывна, она даже дифференцируема в проколотой окрестности нуля. Да, то есть все хорошо, казалось бы, а с другой стороны, с точки зрения комплексного анализа, нехорошо. Нехорошо вот по какой причине. Смотрите, она не будет непрерывной. Она даже не будет непрерывной. Вот я возьму сразу проколотую окрестность нуля. То есть я выколю точку 0, я возьму какой-то круг, там, да, неважно какой, вот, центром в нуле, и буду рассуждать следующим образом. Вот я пройду вокруг начала координат и вернусь в ту же самую точку z. Вопрос. Значение функции корень n степени из z вернется к тому же самому числу, с которого мы все начали? Да? То есть будет ли оно тем же, с которого вот началось? Вот я начал движение по этой окружности с некоторой точки, лежащей на вещественной оси. И в эту же точку вернулся. Вопрос. Значение функции корень n степени z тоже вернется в то же самое значение или будет иным?
То есть понятно, что если оно будет иным, то у нас на вещественной оси получается разрыв. Вот именно о нем я и говорю, потому что, конечно же, это значение будет иным. То есть корень n степени из z, который удобно записать в экспоненциальной форме, да? То есть как корень n степени из r на e в степени и фи в полярных координатах, да, иными словами. Вот. Понятно, что это будет обычный арифметический корень n степени из r, то есть некое однозначное, да, число, обычный корень, вещественный корень, умножить на e в степени, а здесь мы должны разделить на n и прибавить 2 пи к, то есть это будет e в степени фи делить на n плюс i на 2 пи к делить на n, где k – это любое целое число, да? Ну, это, в общем, известная формула для комплексного корня. Ну, понятно, что если мы говорим про какую-то фиксированную ветку, да, я же сказал, что мы рассмотрим фиксированную ветку, определенную ветку комплексного корня n степени, то, соответственно, число k у меня тоже получается фиксировано. То есть вот это число k, оно как раз и пробегает различные ветки. Да, когда мы говорим, что k 0, 1, 2 там, и так далее, n-1, мы как раз и перебираем ветки многозначной функции. А, вот, поэтому если я говорю про какую-то определенную ветку, то я это k, ну, я могу считать k равно нулю, на самом деле, просто для простоты, да, просто его выкинуть. Вот. То есть вот у меня получается вот такое выражение. И что же будет, если я фи начинаю от нуля, да, то есть, ну, понятно, при фи равном нулю, когда я на вещественной оси нахожусь, у меня значение вот такое будет, да, просто корень n степени из r. Теперь я начинаю крутиться, фи побежала и прибежала в значение 2π. То есть я сделал полный оборот, вернулся как бы в ту же самую точку, фи равно 2π, но здесь ведь я не приду в то же самое значение, да. То есть у меня получается, что f от, давайте это напишем точно, да, что у нас получается, что мы делаем. Значит, f от r на e в степени i на плюс 0, да, корень сейчас правильно пишу, не равно f от r на e в степени i на 2π минус 0. Как бы, да, вот это имеется в виду. То есть, придя в ту же самую точку плоскости z с другой стороны, мы получаем иное значение для нашей функции. То есть, получается, что корень n степени из z, значит, наша функция корень n степени из z, какую бы ветку корня мы не брали бы, да, какую бы непрерывную ветвь корня мы бы не рассматривали, эта функция не будет непрерывной, не является непрерывной в проколотой окрестности, ну, в кольце я напишу, короче говоря, да, в кольце, в проколотой окрестности нуля, не является непрерывной. То же самое, значит, поэтому, соответственно, она не подпадает вообще под это определение, да, она вообще не подпадает под это определение. То есть здесь противоречие с чем получается? Ну, формальное противоречие с тем, что она не будет голоморфной. Да, она не, ну, не являясь непрерывной, она автоматически не будет голоморфной. Вот. Но на самом деле в дальнейшем, ну, если мы успеем, мы скажем, что есть еще особые точки многозначного характера. То есть сейчас мы только однозначные особые точки рассматриваем, да, особые точки однозначного характера. А есть еще особые точки многозначного характера. И вот точка z равно нулю, так называемая точка ветвления, будет особой точкой многозначного характера. И чтобы корректно рассматривать функцию корень n степени из z, вы должны сделать разрез на комплексной плоскости от нуля до бесконечности. Ну, например, этот разрез мы можем сделать по вещественной оси, вот как мы сейчас с вами рассуждали. Да? Вот можно сделать разрез по вещественной оси, то есть таким образом мы исключаем ситуацию, когда вот эту окружность можно замкнуть. То есть мы не имеем права проходить по окружности. На вещественной оси будет разрыв. И тогда с непрерывностью получается все хорошо, согласны? Да? То есть если у нас нет возможности замкнуть окружность, пройти по полной окружности, то с непрерывностью будет все хорошо. Вот. Но в полном кольце наша функция непрерывной не будет, и, соответственно, она не будет подпадать под вот это определение вообще. И то же самое мы должны сказать про функцию логарифм. Здесь, опять же, вне зависимости от того, какую непрерывную ветку логарифма мы возьмем, да,
вот, ну, можете самостоятельно провести те же самые рассуждения и получить точно такой же результат, что пройдя полную окружность вокруг начала координат, мы не придем к тому же самому значению логарифма. Соответственно, логарифм не будет непрерывным в кольце. Точно так же, чтобы сделать логарифм непрерывной функцией, мы вынуждены сделать разрез на комплексной плоскости, сделать разрыв с тем, чтобы исключить возможность прохождения по полной окружности с центром в начале координат. Вот. И здесь тоже точка 0 будет соответствующей особой точкой, только многозначного характера. Это будет так называемая логарифмическая особая точка, логарифмическая точка ветвления. Вот. Ну, на этом мы заканчиваем экскурс в особые точки. Значит, для нас сейчас основными примерами будут вот эти вот первые два, или, если угодно, первые три, которые вот на этом слайде были. Вот. И, собственно, глядя одним глазом сюда и другим, видимо, уже на следующий слайд, давайте введем классификацию. Классификация однозначных особых точек. Я это сделаю в этом же пункте, не буду ради классификации вводить новый заголовок. Классификация. Классификация будет очень похожа на ту, которая нам знакома по функции вещественной переменной. Мы будем выделять три случая. Первый случай, когда существует предел в точке z0, и он принадлежит комплексной плоскости, то есть существует числовой предел, да, не бесконечный, существует конечный предел. И в этом случае мы будем говорить, что в точке z0 устранимая особенность. Устранимая особенность. Ну, точно так же, как это было для вещественного случая, помните? Основной пример тут – функция синус z делить на z. Да, такой типичный-притипичный пример. А второй случай, когда существует предел, но он бесконечный. И в этом случае мы будем говорить про полюс. Такая особая точка однозначного характера называется полюсом. Основной пример здесь – это функция 1 делить на z в степени n, где n – натуральное число. Ну и, наконец, третий случай мы будем выделять, соответственно, когда не работают первые два, то есть когда не существует предела. Ну, понятно, что если существует предел, то тут как бы одно из двух должно быть, да, либо первый пункт, либо второй. Соответственно, другой возможный случай, что предел не существует. Значит, когда не существует предела функции при z, стремящемся к z нулевому, ну и здесь будет основной пример, да, эта штука называется существенной особенностью. В этом случае мы будем говорить про существенную особенность. И основным примером здесь будет функция e в степени 1 делить на z, соответственно, в точке z равно 0. Вот, вот такая классификация, в общем-то, отчасти схожая с тем, что у нас было для вещественного случая. Правда, там понятие существенной особенности не вводилось, да, и это как бы все было вместе с бесконечностью, там как бы не разделялся, вот эти пункты 2 и 3 не разделялись друг с другом. Теперь давайте более подробно поговорим про каждую особенность, про устранимую, про полюс и про существенную особенность. Мы сформулируем и даже докажем некоторые результаты. Итак, следующий пункт, 4.2, по порядку пойдем, это устранимая особенность. Ну, почему особенность называется устранимой? Понятно, что потому, что ее можно устранить. Как ее можно устранить? Точно так же, как мы это делали в вещественном анализе. Ее можно устранить, доопределив функцию в особой точке. То есть, ну, давайте я все-таки сформулирую, что тут имеется в виду. Тут мы докажем два результата. Во-первых, если z нулевое – это устранимая особенность функции f, и, соответственно, что, если это устранимая особенность? Соответственно, предел существует, правильно? И, соответственно, предел функции f от z при z, стремящемся к z нулевому, равен некоторому числу a, комплексному числу, не бесконечности, то
точно так же, как у нас было в вещественном анализе, если мы доопределим функцию в точке z нулевое числом a, то есть если мы рассмотрим функцию f с волной от z, равную, фигурная скобка, f от z при z отличным от z нулевого и a при z равным z нулевому, то окажется, что вот эта функция f от z будет уже голоморфной в точке z нулевое. Голоморфно в окрестности, ну, вы помните, да, голоморфность в точке понимается как голоморфность в окрестности. Голоморфно в окрестности точки z нулевое. Доказательство. Доказательство. Давайте рассмотрим, введем помимо дельта. Значит, дельта – это что у нас такое? Дельта у нас из нашего предыдущего определения кочует. Вот, что функция f голоморфна вот в такой проколотой окрестности нуля. Да? В дельта окрестности точки z нулевое голоморфна. Проколотой дельта окрестности точки z нулевое. Вот. И вот это дельта я сейчас имею в виду. То есть пусть функция f голоморфна в проколотой окрестности, значит, 0 меньше модуля z минус z нулевое меньше дельта. И введем еще два числа, которые нам понадобятся. Введем эпсилон 1, которое будет меньше, чем эпсилон, и которое будет меньше, чем дельта. И рассмотрим на плоскости z, ну, наверное, на плоскости z, потому что нам нужна еще одна буква. Рассмотрим на плоскости z, это плоскость z, соответственно, точку z нулевое, окружим ее кругом радиуса эпсилон 1, значит, здесь будет эпсилон 1, соответственно, еще одну окружность проведем радиуса эпсилон, здесь будет эпсилон. Ну и теперь рассмотрим вот эту область, вот это кольцо, заключенное между двумя окружностями. Но мы понимаем, да, что если мы хотим рассматривать кольцо, то внешний контур, внешняя окружность будет обходиться против часовой стрелки, а внутренняя окружность будет обходиться по часовой стрелке. Да? И мы рассмотрим вот это множество D, кольцо, заключенное между двумя окружностями. Ну где-то там точка Z в этом кольце лежит. Значит, пусть Z вот лежит. Значит, то есть модуль z минус z нулевое больше, чем эпсилон 1, но меньше, чем эпсилон. Да? Точка z лежит вот в этом кольце. Ну и теперь получается, что по формуле Каши поскольку функция f голоморфна в кольце, да, на множестве d, она же голоморфна по условию, да, то по формуле Каши мы получаем следующее, что значение функции в точке z, f от z, мы можем получить как 1 делить на 2 пи на интеграл по замкнутой границе, да, множество d, интеграл по границе множества d, от функции f, ну я вынужден написать f от z, разделить на z минус z, d z. Вот, ну а теперь я распишу этот интеграл как сумму двух интегралов. Да? Граница множества d состоит из двух окружностей. Внешняя окружность радиуса эпсилон обходится в положительном направлении против часовой стрелки. Внутренняя окружность радиуса эпсилон 1 обходится по часовой стрелке, то есть в отрицательном направлении. Ну и желая сразу, я говорил уже, да, что мы будем стремиться всегда рассматривать кривые, да, по которым мы интегрируем с положительной ориентацией, чтобы не было путаницы. Значит, я, соответственно, сразу поменяю знак интеграла, который будет по внутренней окружности, с тем, чтобы написать его в положительном направлении. Значит, поэтому я напишу, что вот этот интеграл есть не сумма, а разность двух интегралов. Это есть 1 делить на 2 пи интеграл по большой окружности, то есть здесь будет модуль z минус z нулевое равно эпсилон, ну, от всей начинки, да, я не буду переписывать начинку под интегральное выражение, плюс 1 делить на 2 пи, значит, здесь я должен написать интеграл, но он обходится в отрицательном направлении, поэтому, как я уже говорил, желая сразу сменить направление на
положительная, чтобы внутренняя окружность обходилась против часовой стрелки, я напишу сразу здесь знак минус. Значит, минус 1 делить на 2 пи, интеграл по внутренней окружности модуля z минус z нулевое равно эпсилон 1 от всего того же самого подинтегрального выражения. Ну а дальше, наверное, схема моих рассуждений понятна, потому что, в общем, мы что-то такое уже делали. Мы сделаем следующее. Мы оценим по модулю вот этот второй интеграл и устремим эпсилон 1 к нулю. Значит, как мы его оценим по модулю? Я напомню, что модуль интеграла, ну, в данном случае, z минус z нулевое равно эпсилон 1 от функции f от z делить на z минус z dz не превосходит интеграла по тому же самому контуру, по той же самой окружности от модуля функции модуль dz, да? Модуль dz, то есть dl. Значит, dl, элемент длины контура, это, как бы сказать, модуль dz. Да? То есть мы свели таким образом, ну, в неравенстве. То есть мы написали, что модуль интеграла, криволинейного интеграла второго рода не превосходит интеграла от модуля под интегральной функции первого рода. Да? То есть здесь у нас интеграл второго рода, а здесь у нас интеграл первого рода. Интеграл по dl, по элементу длины. Вот. Ну а теперь мы оценим по модулю под интегральную функцию саму. Мы напишем, естественно, что собственно, наша f от z, поскольку мы находимся в малой окрестности точки z нулевое, да, и имеем в виду, что эпсилон 1 мы будем стремить к нулю, мы можем написать, что f от z равно a плюс o малое от единицы, да, при эпсилон 1 стремящемся к нулю. Да, то есть, понятно, функция имеет предел равный a в точке z нулевое. Вот поэтому мы можем ее в окрестности этой точки представить как а плюс о малое от единицы, а плюс бесконечно малая функция. Вот. Ну а знаменатель мы оценим следующим образом. Значит, я сейчас посмотрю на картинку, и из картинки будет понятно, как мы его будем оценивать. Смотрите, вот у нас есть контур, вот эта вот внутренняя окружность, по которой мы сейчас интегрируем. У нас есть точка z. И понятно, что расстояние z минус z, да, длина отрезка z минус z, оно как минимум, то есть оно больше либо равно, чем модуль z минус z нулевое минус эпсилон первое. Вот. То есть я здесь напишу следующее, что вот этот модуль разности больше либо равен, чем модуль z минус z нулевое минус эпсилон первое. Ну, а вот в свою очередь этот модуль z минус z нулевое, это какое-то конкретное число, да, это какое-то конкретное число, потому что точка z у нас сейчас фиксирована. Ну, а сам интеграл по окружности, dl, да, естественно, будет равен длине окружности, то есть это 2 пи на эпсилон 1. Короче говоря, если мы применим все эти оценки, то у нас получится нечто ограниченное, да, сама подинтегральная функция ограничена, ну, в силу вот этого всего, значит, это число больше нуля. Вот, сама подинтегральная функция ограничена, а интеграл по малой окружности будет иметь малое значение. Да, поэтому мы можем сделать вывод, что этот интеграл стремится к нулю, когда эпсилон 1 стремится к нулю. Теперь, возвращаясь к вот этой формуле, мы, получается, в пределе при эпсилон 1 стремящемся к нулю, итак, при эпсилон 1 стремящемся к нулю, мы получаем, что f от z равно 1 делить на 2 пи, интеграл по контуру вот этому, да, интеграл по окружности z минус z нулевое равно эпсилон, f от z делись на z минус z dz. Ну и понятно, что наши выкладки не позволяют нам
взять z равно z нулевое, да, то есть понятно, что во всех этих выкладках предполагалось, что z не равно z нулевому, z не равно z нулевое, то есть тут есть какое-то расстояние между ними, да. Вот. Ну а теперь, то есть хотя раньше мы не могли взять z равное z нулевому, то теперь после перехода к пределу мы ведь уже можем взять z равно z нулевому. Поэтому мы можем сказать, что во всех точках z, значит это при z не равном z нулевому, да, но во всех точках z, включая точку z нулевое, мы можем понимать вот эту левую часть просто как f с волной. То есть мы доопределили таким образом функцию, доопределили таким образом функцию в точке z нулевое. То есть вот это вот выражение при всех z, значит я сейчас сотру то, что я только что написал, да, и напишу следующее, что это наша f с волной, да, мы ее так вот определим, при всех z, удовлетворяющих неравенству z минус z нулевое меньше дельта. Почему я здесь пишу меньше дельта? Ну, потому что точка z могла быть любой точкой в этом круге. Ну, в смысле, в проколотой, да, проколотом круге. Вот. Вот таким вот образом мы введем функцию f с волной. Далее. Далее мы с вами доказывали в прошлый раз, что функция, заданная вот таким вот, в таком вот виде, аналитична. Значит, посмотрите, пожалуйста, как мы доказывали аналитичность голоморфной функции. Мы взяли голоморфную функцию, представили ее по формуле Каши, то есть в точности вот в таком вот виде. А дальше мы разложили в ряд 1 делить на z минус z, да, и получили, что голоморфная функция аналитична. Поэтому отсюда следует, что функция, ну, в данном случае нам нужно доказать, что она голоморфна, да, если помните. Значит, отсюда следует, если мы применим к вот этому интегралу те же самые рассуждения, которые применяли при доказательстве аналитичности голоморфной функции, то у нас получится отсюда, что f с волной аналитична, то есть тоже раскладывается в ряд, да, аналитична, ну, в точке z нулевое, если угодно, в точке z нулевое. А отсюда будет следовать, что она голоморфна в точке z нулевое. Вот. Вот таким вот образом мы доказали, да, что если нашу функцию f, да, определить ее предельным значением в точке z нулевой, то мы получим функцию голоморфную в точке z нулевой, то есть некоторые окрестности этой точки. Ну, осталось тут, наверное, последний вопрос, который может тут возникнуть. А почему, собственно, а? Почему вот здесь формула написана другая, да? Как бы, как можно увидеть, что f с волной от z нулевого будет равно а? Значит, откуда возьмется, да, что f с волной от z нулевого равно а? Ну вот можно подставить сюда, вместо z взять z нулевое и оценить. Значит, эпсилон мы можем брать любым, правильно? Эпсилон можно брать любым, потому что внутри, между двумя окружностями, функция голоморфна, подинтегральная. Вот. Поэтому эпсилон я могу брать любым. Я могу взять эпсилон, устремить его к нулю. Понимаете, да, логика такая. И я тогда получу, что f с волной от z нулевого – это есть a. Ну, можете в качестве несложного упражнения доказать это самостоятельно. То есть вот это определение функции f с волной совпадет вот с этим определением функции f с волной. Так, ну и я обещал тут еще одно утверждение сформулировать. Давайте мы его сформулируем, второе. Оказывается, верно даже большее. То есть не то, что там предел существует, намного более слабое условие мы можем наложить, чтобы получить устранимую особенность. Если функция f голоморфна и ограничена в проколотом круге, то в точке z нулевое может быть не более чем устранимая особенность. Ну, то есть может быть, что функция f голоморфна в точке z нулевое, да, в принципе. Вот. Но если она там не голоморфна, то будет устранимая особенность. Эта теорема доказывается точно та же, как предыдущая,
Давайте обратим внимание вот на следующее обстоятельство, доказательство предыдущей теоремы. Вот основной момент здесь, что мы представили функцию f от z в виде интеграла по границе круга, да, по границе некоторой области, содержащей внутри точку z нулевое. Ну, по границе круга, если конкретно, да, по окружности. То есть не как интеграл по кольцу, да, как именно интеграл по окружности, потому что дальше мы можем тогда применить те же самые рассуждения, которые мы применяли при доказательстве аналитичности голоморфной функции. Так вот, почему это рассуждение прошло? Потому что вот этот интеграл по малой окружности оказался сколь угодно мал. Оказалось, что он стремится к нулю, при ε1 стремящемся к нулю. И мы тогда смогли к пределу перейти, да, и его просто выкинуть. Теперь смотрите, если у нас нету условия, что f от z стремится к числу, но есть условие просто, что оно ограничено. Не пройдет ли у нас то же самое рассуждение? Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот здесь мы, по сути, нам не нужно, чтобы f от z стремился к числу a. Нам было бы достаточно просто ограниченности этой функции, правильно? Достаточно просто ограниченности, потому что потом в итоге мы говорим, что по модулю подинтегральная функция ограничена, а контур у нас малой длины, то есть 2π ε1, поэтому при ε1 стремящемся к нулю мы получаем в пределе 0. Да, то есть достаточно здесь просто ограниченности функции f. Поэтому вот ровно то же самое рассуждение, что и в предыдущем утверждении, вот будет годиться в качестве доказательства этого утверждения. Но опять же я здесь подчеркну, что может быть такое, что функция f просто голоморфна в точке z нулевой, и тогда все хорошо, как бы, да? Но если она не голоморфна, то там будет устранимая особенность. Теперь давайте перейдем к следующему типу особенности. Это особенность типа полюс. Итак, пункт 4.3. Полюс. По определению, я напомню, полюс – это точка такая, что в проколотой окрестности функция голоморфна, а в самой точке в пределе получается бесконечное значение, да, бесконечный предел. Значит, пусть f от z стремится к бесконечности при z, стремящемся к z нулевому. Да, то есть в точке z нулевое у нас будет полюс. Рассмотрим функцию g от z, равную 1 разделить на f от z. Рассмотрим вот такую функцию. Получается, что g от z будет стремиться к нулю при z, стремящемся к z нулевому. И голоморфно в проколотой окрестности z нулевого. Да? Но поскольку f голоморфно в проколотой окрестности и 0 не обращается, да? То есть 1 делить на f тогда будет тоже голоморфно в проколотой окрестности точки z нулевое. Ну и отсюда тогда вытекает, что функция g имеет в точке z нулевое устранимую особенность. Значит, следовательно, g имеет в точке z нулевое устранимую особенность. Поэтому, если мы ее доопределим значением 0, доопределим функцию g значением 0 в точке z нулевое, то мы получим голоморфную функцию. То есть функция g с волной от z равная 1 делить на f от z при z отличным от z нулевого и равное нулю при z равным z нулевому голоморфно в окрестности точки z нулевое. Ну или, как мы говорим, голоморфно в точке z нулевое. Да, это равносильно тому, что она голоморфна в окрестности. А если она голоморфна, то она аналитична. Следовательно, функцию g с волной мы можем представить в виде степенного ряда. Опять же, поскольку она равна нулю самой точке z нулевое, то у нас, вот, ну давайте я сначала напишу просто степенной ряд в обычной форме. Но поскольку она равна нулю в точке z нулевое, то получается, что все коэффициенты, ну, то есть не все коэффициенты, а несколько первых коэффициентов, да, то есть c нулевое равно c первому, равно и так далее, равно cn-ному, равно нулю, а cn плюс первое не равно нулю. Да, то есть, может быть, ну,
она явно не будет равна тождественному нулю. Значит, есть некоторое количество коэффициентов первых, которые обращаются в нуль, и следующий коэффициент cn плюс первый не равен нулю. Да? Вот в этой ситуации, как я уже, по-моему, говорил, в этой ситуации говорят, что функция g имеет в точке z нулевое нуль n-ного порядка. То есть у нас получается, что g с волной от z равно z минус z нулевое в степени n умножить на сумму ряда, да, который останется после вынесения этого множителя за скобки. Ну, опять же, это будет cn плюс 1 плюс cn плюс 2 на z минус z нулевое плюс там и так далее. Да? Вот аналитическая функция некая тут останется. Значит, я могу эту аналитическую функцию обозначить буквой h для пущей наглядности. Значит, это голоморфная и аналитическая, соответственно, функция. Да? И получается тогда вот, что если я все соберу вместе, то есть если я это обратно подставлю функцию f, да, то видите, такая ловкость рук и никакого мошенничества. Вот обратно все подставлю функцию f, что у меня получится? Смотрите, получится f от z, она будет равна 1 делить на g от z, а g от z это, собственно, то же самое, что и g с волной, просто доопределенная. Да? Значит, 1 делить на g от z это что такое? Это 1 делить на z минус z нулевое в степени n умножить на 1 делить на h от z. А про функцию h от z мы можем сказать, что она голоморфна и отлична от нуля. Да, самое важное, собственно, что я должен был про нее сказать, что из того, что cn плюс 1 не равно нулю, вытекает, что h от z не равно нулю в некоторой окрестности точки z нулевое. Да? То есть 1 делить на h от z будет тогда голоморфной в точке z нулевое функцией. Вот. То есть, если в точке z нулевое у функции f полюс, то это означает, что функция f в окрестности точки z нулевое представима вот в таком виде, как 1 делить на z минус z нулевое в некоторой степени n умножить на голоморфную в точке z нулевое функцию. Поэтому говорят про полюс n-ного порядка. Вот это число n называется порядком полюса. То есть говорят, что функция f имеет в точке z нулевое полюс n-ного порядка. Тут опять же вводится важное понятие. Понятие мероморфной функции. Функция называется мероморфной. Функция называется мероморфной, если она на всей комплексной плоскости имеет разве что полюса. То есть единственными особыми точками функции f на всей комплексной плоскости являются полюса. Полюсов может быть конечное, а может быть и счетное количество. Примеры мероморфных функций вам прекрасно известны, начиная с, например, тангенса и заканчивая другими функциями. Можно начать с рациональной функции. Да? Просто обычная рациональная функция, естественно, будет примером мероморфной функции. Но также будет примером мероморфной функции более сложная функция тангенс, у которой будет счетное множество полюсов. Ну вот, это что касается полюса. Ну и, наконец, последняя особая точка, которую я планировал сегодня рассмотреть, но я, получается, только сформулирую теорему, вам придется принять ее на веру, либо мы с вами докажем ее в следующий раз, наверное, лучше. Да? Вот. Это существенная особенность, значит, последний случай. Существенная особенность. И для существенно особых точек есть так называемая теорема Сахоцкого. Теорема Сахоцкого. Значит, ну тут предыстория та же самая, что если z нулевое, значит, если z нулевое это существенно особая точка функции f, то для любого числа a, а может быть и не числа,
для любого элемента расширенной комплексной плоскости, то есть либо числа, либо бесконечности. Да? То есть здесь может быть А число, а может быть А равно бесконечности. Существует такая последовательность Zn, что она сходится к z нулевому, а соответствующая последовательность значений функции сходится к a. Видите, какая красота получается? Что если у нас существенно особая точка, то мы можем так подобрать последовательность комплексных чисел, сходящуюся к этой особой точке, что соответствующая последовательность значений функции сходится к любому наперед заданному числу. То есть если для функции e в степени 1 делить на x на вещественной оси мы имели два варианта, либо 0, либо бесконечность, да, то для функции e в степени 1 делить на z мы можем таким образом в пределе получить любое число или даже не число, а. Понятно, да? Вот такая замечательная теорема. Ну, доказывается она довольно легко, мы ее докажем в следующий раз. Я хотел бы еще, наверное, на минуту занять ваше внимание тем, что сказать про бесконечность. Дело в том, что очень часто мы вынуждены рассматривать бесконечность, хотя бесконечность формально не принадлежит комплексной плоскости, но мы вынуждены рассматривать бесконечность как тоже своего рода точку, да, как бесконечно удаленную точку, ну, абстрактную. Значит, чтобы все те же самые определения, утверждения, теоремы, да, были справедливы для бесконечно особой точки, мы делаем так. Значит, бесконечно удаленная точка. Бесконечно удаленная точка. Бесконечность, да, рассматривается так. Мы вводим локальную переменную, скажем, z, равную 1 делить на z. И рассматриваем точку 0. Соответственно, если у нас была функция f от z, и мы хотим выяснить, как она ведет себя в бесконечности, то мы рассматриваем, соответственно, функцию g от z, равную f от 1 делить на z. Функция g от z рассматривается при z, стремящемся к нулю. Да, рассматривается в точке 0. Вот. И таким образом, все, что мы до сих пор говорили про какую-то конечную точку комплексной плоскости, будет применимо и для бесконечно удаленной точки комплексной плоскости. Вот. Ну тогда на этом все. В следующий раз, через неделю, продолжим. Так. Есть ли вопросы? Ну хорошо. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Всем до свидания.